Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и сегодня я снова попал в гости к Максу. Он меня все-таки позвал, ему понравились просмотры, и он сказал: окей, приходи. Поэтому я сегодня буду записывать видео по Вайву, и нас снова ждет серия игрушек. Не знаю, штук будет 3, 4, 5, сколько получится. Короче, если вам нравится видео по Вайву, ставьте пальцы вверх, чтобы Макс меня снова звал. А то он тут сидит и смотрит такой: ага, отрабатывай, давай свое время, отрабатывай. Короче, ладно, сегодня мы, ребята, будем играть с вами в игру, которая называется Tales. Да? Tales? Демо-версия игры Tales. Я могу начать ее. Так, play the сферу, короче, внутрь чего-нибудь, свои контроллеры внутрь сферы и начинай бить. Так. И чё? Добро пожаловать в игру Tales, ранний доступ, бла-бла-бла. Выберите режим игры. У нас есть режим игры. Музыка, он отлично, так, Zen. Это типа расслабление, тайм-атака на время, survival будет скоро. И возвращаясь в главное меню. Давайте тайм-атак выберем. И я играю вот такой вот штукой. Это, короче, китайский дракон. Это игра типа змейка. Змейка в 3D. Змейка в 3D, в которой мы будем управлять вот своими контроллерами. Вот так. Так, стоп, подожди. Чё, куда? Какого? Куда ты делал? Какого? Куда? Куда он делся? А, недостаточно быстро. Ах ты тварь, ладно. А, я понял, типа он же не может съесть свой хвост. Понятно. А я его сразу начал свой хвост давать грызть. Ладно. Эй, где? Ну, давайте посмотрим, насколько большой будет наш дракон за эти 70 секунд. Где эта срань? Господи, какого? Нет, это было нечестно. Ладно, еще разок, давай. Еще разок. Я уже не знаю, где камера, и я поэтому буду просто вот так вот ходить. Где? Да что за фигня? Это какой-то, это типа тайм-атак. Не, слушай, тайм-атак меня слишком бесит. Давайте Z. Все, режим расслабления. Demo session in ends 75. Tail. Короче, 75 штук я соберу и закончится демо-версия режим. Демо-версия игры. Мне, наверное, нужно тут, я не знаю, кота родить, чтобы собрать 75 штук и не умереть. Ладно, давайте попробуем так. Осторожно, осторожно. Не будем спешить. Не будем спешить. Даже закончу пока маленький. Блин, где эта штука? Вот. Иди сюда. Бум. О, еще одна. Бум. Ой, да. Да как? Это было... It's a trap. Ладно, давай еще раз. Давай еще раз. Слушайте, вы можете только здесь сейчас смотреть, как на то, как человек, который не умеет играть в змейку, пытается играть в змейку в виртуальной реальности. Я повелитель драконов! Фу, тетя! Какая тут нахер Дейенерис? Тут есть шеф! Мяу! Ой, я что-то съел вслепую. Ладно, норм. Слушайте, можно вот так его просто водить. Главное попадать. Главное попадать по вот этой фигне. Так, где еще? Господи. Вот так. О, да, дракон, ты отжираешься! Красава! Не попал. Вот так, еее, попал. Так, сожри следующую. Блять, он становится все больше и больше. Вау, дракон, как у меня не ешь, ладно, а? Ладно, братка. Так, что еще? Что еще тут есть? Еще один, оп. Где музыка вообще? Какого хера нету музыки? Типа бесплатный режим, да, и музыки тебе не будет. Мы тебе дали демо-версию музыки на 5 секунд. Ладно, я понял. Так, я собрал уже 25 этих штук. Я красавчик. Пока разобрался, как играть, прошло полчаса. Так, он остановился, ну и взорвался. Окей! Что ж, ой, господи. А это было крошечное видео, просто милипусечкое видео про змейку виртуальной реальности, потому что я не знаю, что он показывает, как я в змейку играю 5 лет. Нет, ребят, такого не будет. Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Если вы хотите больше видео с HTC Vive, то ставьте пальцы вверх, потому что Максим всегда смотрит. Вот, а на этом все, ребят. С вами был Шет, подписывайтесь на канал, если вы первый раз, твой ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, все есть в описании. А мы увидимся в следующих видео. И всем удачи, всем пока!